Ну-ка догадайтесь, чего не хватает непрофессиональной с точки зрения профессионала в программе «Автостоп», которая, между прочим, уже 5 лет как в эфире. А я, между прочим, опять же, на телевидении работаю 12 лет. Не догадались? А ответ находится в моих руках. Нас постоянно пинают за то, что у нас нету профессиональных радиомикрофонов. И сегодня мы приехали сюда, в салон ProSound, для того, чтобы вам показать последние новинки этих самых радиосистем. В последнее время потоки критики просто рекой льются на программу «Автостоп». Нас вот уже назвали непрофессионалами, хотя вроде 5 лет до этого ничего такого подобного мы не слышали. Но если вы, дорогие наши телезрители, посчитаете вдруг нас действительно непрофессионалами и сочтете, что нам не место на магнитогорских телеэкранах, то я нашел профессию в себе. И переквалифицируюсь я в шабашники. И вот тут, как говорится, пословица «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». У меня есть друг Алексей Челейкин, который здесь представляет магнитогорский фирму ProSound. И вот к нему-то я обращусь за аппаратурой. Как же шабашник без аппаратуры? Он подберет мне комплектик хороший из T-Acoustics или Eminence плюс усилители. А может быть, научусь, наконец, на клавишных играть. Но если денег не хватит, то обращусь опять же к нашим друзьям в автолизинг. ЧПшка-то будет, поэтому в лизинг без проблем. Да, побольше вам таких друзей, как Максим Смирнов. Это мало того, что у меня с одним предприятием проблемы с налоговой инспекцией. Теперь он у меня еще с другим предприятием засветил. Ну ладно, я сегодня не об этом. Опять о вас, о друзьях-шабашниках. Для вас, друзья-шабашники, пожалуйста, легендарный микрофон SM58. Под него замечательно можно попеть. Более дешевые варианты вы можете дать своим друзьям-собутыльникам. Их и уронить не жалко, и стоят они недорого. А вот чуть пониже, вот это более серьезная техника. Радиосистема. Не надо ни ходить ни в ЭСМУ, никуда. Там все дешево и ненадежно. Здесь, пожалуйста, двухантенные и одноантенные. Те же Shure SM58, который идеально подходит для любителей классно попеть. Ну и, соответственно, а это чуть попозже. И почему здесь, среди профессиональной звукоусилительной и радиопередающей аппаратуры, вдруг появились вот эти пульты от Yamaha? Потому что это тоже профессиональные шабашные инструменты, благодаря которым можно и попеть, и потанцевать, и музыку поиграть, и танц там с бубнами и со всеми делами придумать. Но вернемся к вопросу качества. Самые лучшие шабашники города Магнитогорска уже по достоинству оценили качество ProSound. А самые нерадивые комплектователи оборудования, прошу прощения за тавтологию или вот за некоторую косноязыкость, они почему-то используют железнодорожную терминологию. Это я об откатах. А не о здоровой конкуренции при покупке оборудования. Ну и, конечно, микрофоны бывают разные. Легендарный SM58 в акустическом радиоисполнении. Или вот такой. Последняя новинка от АКГ. Между прочим, данный микрофон позволяет вам спокойно работать примерно 30 часов без замены батареек. Это особенно актуально при длинных интервью, которые так любит брать мой старший товарищ.